Всем привет! Кубик с вами. Сегодня мы отправляемся в сады Гамильтона. Погнали! Приехали на причал. Сейчас поедем по реке Вайката, прям в сады Гамильтона. Река Вайката – это самая длинная река в Новой Зеландии. И на этой реке находится 9 гидроэлектростанций. Представляете? Уже листва вся пожелтела и покраснела. Река Вайката впадает в Тасманово море на западной стороне Новой Зеландии. А раньше она впадала в Тихий океан в районе Темзы. Но поток поменялся из-за того, что было большое землетрясение. От 2 до 15 тысяч лет назад, ученые точно пока не выяснили, и направление реки поменялось с восточного на западный. Очень круто. А еще интересный факт, что, чтобы обеспечить Окленд водой, построили почти 40-километровую трубу, которая соединяется с рекой Вайката. Выкачивают почти 150 миллионов литров, чтобы обеспечить водой Окленд. Очень круто. Это был самый первый мост, построенный через реку Вайката. Очень красиво. Река Вайката проходит прямо через центр Хамильтона. И вот мы сейчас как раз его проезжаем. А это мост Виктория. А еще река Вайката используется как охладительный контур для нескольких электростанций, которые работают на натуральном газе. И в некоторых местах река нагревается аж до 25 градусов. Представляете? Приехали в сады. Пойдемте посмотрим. Входим в японский сад. Красота! Идем в китайский сад. Круто! Еще 40 лет назад
на этом месте была свалка мусора. А сейчас сады Гамильтона занимают почетные места на международных конкурсах. Бамбук. Здоровый такой. Круто. Идем в тропический сад. Джунгли. А это американский сад. Идем в индийский сад. А сейчас мы идем в сад Маори. Прям избушка на курьих ножках. Хе-хе. Прикольно. Алиса в стране чудес. Ва, это мы уже в саду королевы. Интересно. А сейчас мы идем в итальянский сад. Прикольно, дерево на стене. Спасибо, что посмотрели. Ставьте лайки, жмите колокольчик, подписывайтесь на канал, делитесь с друзьями и до новых встреч. Пока!